всех приветствую! Вот мы и дождались нового обновления. За месяц я постарался затронуть многие аспекты игры, чтобы обновление было более интересным. Итак, приступим. Первым делом я расскажу о новых социальных и экономических плюшках в игре. Итак, представляю вам новую валюту – кубки. И нет, это не донатная валюта, как в остальных мобильных играх. Эта валюта будет выдаваться только активным и вложившим вклад в игру игрокам. Как видим, я добавил новую вкладку в меню – ивенты. Да, это официальные ивенты в Телестоп. И как вы уже, наверное, догадались, кубки будут выдаваться за участие в таких событиях. Я ранее упомянул про вклад в игру, но что же это значит? Приглашение друга – это огромный вклад в игру и нашей комьюнити. И за это вы будете вознаграждены новой валютой. И стоит упомянуть главную фишку кубков. Все предметы, купленные за кубки, нельзя купить за пленку. Получается, что активные игроки смогут получить эксклюзивные аватарки, рамки, скины и неймтеги. Также они смогут обменять кубки на пленку. В этой части моей презентации я покажу вам небольшое нововведение, которое я не могу не упомянуть в видео. Я добавил анимацию включения камеры и подкрутил настройки цветокорректности. Эти нововведения улучшат атмосферу в игре и создадут ламповый вайб. О новых декорациях. Я стараюсь в каждом обновлении добавить немного декораций. В этом обновлении достаточно много новых объектов для обустройства ваших уровней. Во-первых, новые стены. Зеленая. Тут сказать нечего. Обычная зеленая стена. Офисный потолок. С помощью этой стены можно придать большую атмосферу офиса. А в сочетании с лампами выглядит очень аутентично. Незакрашенная стена, ободранный обои или же непонятные белые полоски по углам. С помощью этой стены можно создать атмосферу стройки на вашей карте. Во-вторых, новые объекты. Компьютер. Его можно поставить на стол, под стол, возле стола, без стола. А вот это я даже не знаю, как назвать. Пусть это будет ограждение. Также я думал, что не успеваю добавить какой-нибудь механизм. Но успел по-быстрому сделать поле уничтожения, которое не пропускает игрока, но пропускает объект. Через него также можно фотографировать или ставить кубы. Ждем от создателей карт новых интересных головоломок с этим элементом. О микроизменениях. Теперь, после прохождения карты, появилась кнопка «Следующая карта». Нажимая на нее, вас будет перекидывать сразу на страницу уровня и случайной выборки. По секрету скажу вам, если перейти на уровень по этой кнопке, то вам не придется смотреть рекламу. Удобно? Не то слово. О исправлениях. Я добавил новые плакаты в прошлом обновлении, но множество строителей столкнулись с тем, что плакаты заменяются на другие. В этом обновлении эта проблема решена, как и множество других мелких ошибок. Моя презентация к новому обновлению в Телестоп подходит к концу, но не расходитесь. Напоминаю, что у меня есть телеграм-канал, ссылка находится в описании, где постоянно выходят новости по новым обновлениям. Туда, кстати, я выложил промокод на пленку. Немного из корысти, чтобы смотивировать вас подписаться. Стоп! Что происходит? Я успела. Надеюсь, все узнают то, что корпорация «Зла» готовит запустить в производство. Что? Кто-то ворвался в экспериментальный ангар. Срочно закрывайте все двери и выходы. О нет! Как же я могла забыть об аварийном закрытии всех эвакуационных выходов при эвакуационной тревоге?